Здравствуйте! Сегодня мы распакуем вертикальный обогреватель бренда Comtel, модель MH2300. Давайте посмотрим, как он у нас запакован, как он выглядит. Так, открываем коробку. Коробка интересная, с ручкой для удобной переноски. Так, что у нас там имеется? Так, сразу это у нас идет, я так понимаю, подставка под обогреватель. Состоит она из двух частей, собирается. Сам обогреватель аккуратно переложен тут частями из пенопласта. Покажем, чтобы ничего не повредилось. Так, аккуратненько его сейчас достанем из коробки. Аккуратно переложен, еще целлофановая упаковка. Так, далее даже, обратите внимание, переложена идет у нас непосредственно сама решетка аккуратно пенопластом, чтобы оно ничего во время транспортировки не погнулось. Сейчас все вынимем. Так, что мы видим? Есть регулировка мощности и два режима работы у данного обогревателя. Также сзади мы видим, есть ручка для переноски. Есть еще крепление для фиксации провода при необходимости, если сложить и убрать. И также в комплекте у нас идет еще руководство по эксплуатации данного обогревателя. Ну, уже про более подробные характеристики этого обогревателя мы вам расскажем в следующем видео.